Тож до нашої студії завітала Наталія Тарнавська. Наталія Тарнавська, косметолог. Доброго ранку, Наталечко. Чи потребує наша шкіра догляду взимку? Да, обязательно нуждается в уходе, потому что когда приходит зима, мы привыкли утеплять свое тело. Мы одеваем свитера, мы одеваем пальто, куртки, но иногда мы забываем, что кожу нашу тоже нужно утеплять, потому что ей холодно. Наталочка, ось щодо того, що наші шкірі прохолодно, які фактори негативно впливають на наше обличчя і дійсно призводять до її старіння, до пошкодження? Это такие факторы, как мороз, холодный ветер. Также в этот период не перестает действовать ультрафиолетовое излучение. Оно также старит нашу кожу. Поэтому от этих факторов мы и должны защищать нашу кожу. Тобто те, що ми захист від ультрафіолету використовували влітку, ми про нього не забуваємо і зараз у січні-лютому місяці. Да, обязательно, но разница в том, что летом мы используем фактор где-то 20-30 SPF, а зимой это может быть фактор 10-15, может даже 5. Ну, то есть слабенький, очень сильно не надо, но использовать его обязательно нужно. Як захистити свою шкіру обличчя взимку? Для этого нужно обязательно наносить защитные крема на кожу. Есть увлажняющие, питающие, защитные. Так вот, зимой мы должны дать предпочтение именно защитному крему. Его текстура должна быть более плотная, чем обычно. Это защитит кожу вот от ветра и от холода. Это не должен быть увлажняющий крем, потому что он все-таки замерзает на морозе, он расширяет сосуды, и в результате чего может быть сосудистая сеточка на лице, которая не красит женщину. Зволожуючий крем мы відкладаємо на поличку до приходу весни, поки не прийде тепло. Нет. Не відкладаємо? Нет, мы его наносим на ночь, потому что кожа становится очень сухая, даже жирная. Те люди, у которых проблемная жирная кожа, они немножечко облегчают, возможно, получают какую-то легкость, потому что кожное сало вырабатывается меньше. В результате чего кожа не достает немножко вот именно увлажнения, вот этого. Поэтому увлажняющие крема обязательно нужно наносить на ночь, чтобы хотя бы ночью питалась кожа. Давай тоді трошки випрацюємо наш алгоритм з вечора, що ми наносимо, який крем на шкіру і який зранку перед тим, як наносити макіяж. Вечером желательно наносить вот увлажняющие крема, желательно наносить сыворотки, антиоксидантные сыворотки, то есть средства, которые имеют в своем составе витамин С. Это масло ши или же масло карите, это может быть масло авокадо или любые растительные масла. Даже обладательницам жирной кожи не нужно бояться их применения, потому что кожа через центральное отопление, она теряет очень много влаги, и ее нечем компенсировать. Поэтому растительные масла очень хороши для кожи. Также очень хорош витамин Е. В средствах он называется токоферол. Если вы видите, это для кожи хорошо. То есть витамины и минеральные масла должны входить в средства, которые вы наносите и на ночь, в принципе, и на день. Ну, просто на ночь может быть более легкая текстура, а днем уже более плотная. Не бойтесь плотных кремов, потому что они защитят вашу кожу, и вы будете весной. Ну, проснетесь, как подснежник из-под снега. Скажи, Наталечко, а що краще не робити для нашої шкіри, що їй буде навпаки шкодити? Саме у цей період, який зараз прохолодний. Очень важно не наносить крем непосредственно перед самым выходом на улицу, потому что можно получить обморожение кожи. Крем должен впитаться. Когда он впитается в кожу, он начнет действовать. Если вы выйдете на улицу уже с влажным лицом, это будет, также, если вы вышли зимой на улицу с мокрой головой. То есть вы понимаете, что это нежелательно, поэтому, чтобы не получить обморожение, лучше все-таки не рисковать. Нанесите за полчаса, за час крем на лицо, и дальше уже можете спокойно чувствовать себя спокойно, потому что ваша кожа действительно будет защищена. А ось щодо скрабів, які дівчата люблять використовувати, чи можна їх робити зараз у такий період? І якщо можна використовувати, то як можливо, це ж травмування шкіри, як шкіру знову ж таки привести до ладу і захистити, щоб вона не боялася перепадів температури?
Я бы советовала перейти на более мягкие скрабы, гаммажи, пилинги, потому что в этот период кожа очень чувствительна, и поэтому как умывание, так и очищение скрабы должны быть более мягкими. Должен быть более мягкий гель для умывания, даже не гель, а это может быть пенка, чтобы оно не раздражало нашу кожу. И скрабы лучше все-таки делать реже, ну, раз в неделю, раз в две недели, часто не надо. Лучше используйте почаще маски. Они хорошо увлажняют кожу, и когда вы смываете с лица маску, вместе с ней уходят вот эти часточки, которые шелушатся у вас на лице, они все уходят вместе с самими ингредиентами, которые были у вас на лице. Поэтому кожа тобто проходить таке собі ще й скрабування одночасно. Да. Да, поэтому... А які масочки краще обрати в такий період часу? Увлажняющі маски, тому що ми вже говорили, кожа сушиться у нас. Также питательные маски, которые питают нашу кожу витаминами. И еще хотела бы заметить, что когда вы выбираете средства для ухода за кожей, избегайте в этот период средств, продуктов переработки нефтехимии. Угу. Это такие, как парафин. В вашем креме не должно быть ни парафина, ни вазелина, ни минеральных масел. Это вредно для кожи, потому что ваша кожа не будет дышать. Поэтому зимой вот от таких трьох інгредієнтів лучше избавить свою кожу. Використовуємо косметику з позначкою oil-free, без масла. Ну, растительные масла могут быть. Трошки. Растительные и витамины. А вот минеральное масло – это продукты переработки нефтехимии. Угу. Вот этого нельзя. Да. Дівчата, перед тим, як обирати кремчики, дивимось на склад, прислухаємось до порад Наталочки. А ось для тих, хто не буде прислухатися до порад, для тих, хто буде використовувати крем за 5 хвилин до виходу, для тих, хто не буде шкіру кремами мастити, що буде з нашою шкірою, якщо не використовувати корисні поради? Кожа будет шелушиться, будет появляться зуд, покраснение, она будет бледной и неоднородной. И когда придет весна, когда вы захотите сиять, у вас не будет такой возможности, потому что ваша кожа будет истощена. Поэтому давайте мы зимой напитаем нашу кожу всеми витаминами, минеральными, хорошими средствами, и весной уже будем красотками. Що ж, на такій позитивній ноті, коли тобі бажають бути красуною, просто хочеться сказати, так, будемо гарні, будемо прислухатися до порад і будемо дійсно виконувати усі правила, які нам порадила наша косметолог Наталя Тарнавська.